մենք կանենք Ավարտում եմ։ Ավոջին, ի՞նչ ակնկալիքով միացաք այսօր այդ ստորագրահավաքին եւ ձեզ արդյոք զարմացրել է այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է նախարարության առաջարկից հետո։ Հա։ Ну, я не объективен, конечно, да, я субъективен, но, наверное, в данном случае это хорошо. Я уверен, что консерватория должна находиться в центре города. Так во всем мире устроено. Я объездил больше 60 стран, и я нигде еще не видел, чтобы консерватория была не центровым местом города. Консерватория – это то место, которое создает атмосферу, которое создает настроение города и культуру. Не только города и страны. Поэтому я предполагаю, что, наверное, под этим проектом есть какое-то здравое решение, есть какая-то мысль, но я думаю, что оно не очень верное, если такое действительно предложение как бы существует. Лучше сделать хороший ремонт в консерватории, облагородить всю инфраструктуру вокруг этого здания, и чтобы она работала и продолжала приносить радость и укреплять нашу культуру. Это необходимо. Спасибо. Спасибо.